Блин, как же сделать так, чтобы нуб попался в эту глупую ловушку? Она реально глупая. Ничего не вижу, поберегите! Господи, снимите с меня эту как-то... Что-то теплое. Ой, это что, джакузи? Привет, высота, я Владус Мармеладус и... О, как хорошо-то, горячая ванна, всем привет, с вами я Савчик. Савчик, чё, как, покупался? Нормально? Отлично, такая ванна горячая. Сегодня, ребята, мы, как вы уже поняли, будем строить друг другу испытания и крутейшие ловушки. Прямо сейчас ставьте лайк, подпишитесь на меня, подпишитесь на Савчика, чтобы не пропустить новое видео. А мы начинаем. Ну что ж, ребята, мои испытания готовы. Для вас прошло 2 секунды, а для меня прошло, ну, минут 20 как минимум. Поэтому, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк за старание и не забудьте подписаться на канал. Это очень важно. Давайте прямо сейчас сделайте это, и я вам покажу, что за испытание я подготовил для Савчика. Все, подписались, лайк поставили. Поехали. Это испытание в голове нуба. Они, конечно же, все там внутри. Ну что ж, давайте попробуйте угадать, что же там есть такое. Хотя бы одну ловушку, кто угадает, тому поставлю лайк на комментарий. Только не перематывайте, да, играем честно с вами. Ну что ж, здесь есть вход. Вот здесь вот, вот такое вот. Мы заходим сюда. И тут у нас небольшой лабиринт. Либо мы идем вот сюда, либо мы идем вот сюда. Там, правда, видно, что сразу находится. Хотя я придумал, прямо сейчас я придумал кое-что сделать. Смотрите, мы берем невидимые блоки и ставим сюда. Все, это закрытый ход, на самом деле, будет очень секретный. А здесь, если мы пойдем, мы упадем в лаву. Вот такая небольшая ловушечка. Тут, конечно же, дальше ничего нет. Ладно, не буду вам, наверное, все показывать. Мы будем так, мельком-мельком как бы проходить. Здесь надо угадать правильный ход. Либо вода, либо лава. Пишите, что ж правильно. А мы с вами сразу же спустимся чуть пониже. Так, вот, у нас тут еще одно такое же задание. Хоп-хоп-хоп, все, закрываем. Я вам не буду говорить, что здесь правильно, что там правильно было. И мы с вами аккуратненько идем в правильный ход. Вот он. Ладно, вы уже, наверное, запутались. Здесь нас ожидает пароль. В общем, вы подготовьтесь. Вам это решать в комментариях. Вы должны будете решить это, чтобы Савчик прошел через эту дверь. Ну, а мы ее с вами пока что выломаем, чтобы посмотреть, что у нас дальше. Дальше у нас целая библиотека заданий. Здесь будет куча, просто куча, нереально куча заданий. И Савчику нужно будет выбраться. Ход я вам не скажу где. И вот мы пробрались к следующему испытанию. Здесь нужно будет выбрать правильную дверь. Вам стоит угадать, какая же дверь правильная. Напишите прямо сейчас в комментариях. А мы, ребята, идем троллить Савчика. Савчик, ну что, построил свои испытания, да? Конечно, построил. Тебе крантики. Это тебе крантики. Пойдем смотреть сначала мои испытания тогда. А, нет, сначала твои. Пойдем, я тебя обманул. Ну тогда давай. Ну тогда давай. Ёлы-палы, ты чё? Чё они такие большие? Я не буду так много проходить. Все, пока, Савчик, я пошел. Так в топе стоять. Да-да-да-да-да-да, слушаюсь. Гамми-моди 0. Нет, пожалуйста, ну ладно. Геймод 0, спампоинт ставлю на всякий случай, да, потому что ты меня будешь убивать. Погнали, короче говоря, оп, тебе такое испытание, тебе нужно пробраться. Вот так вот, типа паркур, так, ты куда? Ну-ка я сюда, стоять, понятно? Да иду, я иду, 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 показывай. Я застрелять буду, понял? Не надо, не надо, не надо, Савчик, давай, договоримся без этого. У меня есть базука, из которой я тебя просто взорву в пухину и прохину. Не надо. Надо. Не надо. Ладно, что, давай, паркур. По тыквам надо идти, да? Паркур. Не-не-не-не, по тыквам. Нет, ты куда? Ну-ка, стоять! Сюда, боятся. А, тут невидимые блоки, подожди, все, вижу. Да-да-да. Так, а зачем тыквы? А, тыквы так, для красоты. Для красоты? А, это освещение, типа, да? Но у нас ночное зрение, Савчик, мы все и так видим. Так, куда дальше, подсказывай, Савчик, давай, говори. А я не знаю. Блин, как не знаешь-то? Ты же строил-то, давай, ты все знаешь, Савчик. Ну, я понимаю. До сюда не допрыгнуть. Ну да, не допрыгнуть. Так, подожди. А тут больше нет хода, Савчик, смотри, я везде смотрю, 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 и больше нет ничего. Ты так в этом уверен? Да, 100%, Савчик. Тебе показалось, ты должен знать, куда нужно прыгать. Ты офигел, ты, блин, не поставил блок. Вот, теперь поставил, молодец. Только до него я тоже, наверное, не допрыгну. Ха! Я не допрыгнул. Поставь его где-нибудь поближе тогда, если ты так читеришь. Поближе читеришь. Поставил. Так, поближе поставил. Где он? О, вот, другое дело. Блин, Савчик. О, а здесь еще я тоже не допрыгну. Здесь слишком много, здесь 4 блока. Нельзя так прыгать. Пропрыгнет. Нет. Я тебе сейчас скил пропишу. Ну я же пропрыгнул. Как пропрыгнул? Ха! И чё мне так с самого начала начинать? Так, Савчик, я к тебе буду тпшиться.
Давай, вставай там вот на блок. Давай, давай, сюда, вот, да, да, да. Вот, давай, только ближе блок поставь. О, это он ближе уже, да? Эй, я не допрыгнул. Савчик, я, конечно, все понимаю, но что-то мне подсказывает, что что-то в этом паркуре не так, понимаешь? Например? Например, что этот паркур не надо совсем проходить. Это так или не так? Надо. Надо, да, говоришь? Ну ладно, ладно, да. Мы с тобой попроходим. Погоди, там вообще лава. Подождите-ка, Савчик. Взлети пока, покажу. Вот туда, где я остановился. Сейчас... Савчик. Зачем ты это делаешь? Как ты это объяснишь, скажи мне, пожалуйста? Да, это троллинг. Троллинг такой, понял, типа... А еще я вижу здесь дверь. Тук-тук-тук-тук-тук, откройте. Она не открывается, подожди-ка, может быть здесь еще... Не, здесь, наверное, рычаг у двери, сейчас мы все прокликаем. О, нашел, спасибо. Да ты наколебал, Владу! Зачем мне нужно было проходить этот паркур, скажи мне, пожалуйста. А вот, теперь тебе нужно пройти в железную дорогу, тебе нужно выбрать правильный путь. Правильный путь, так, здесь у нас вагонетки, какой путь посоветуешь? Вот этот вот. Значит, я выбираю вот этот. Поехали, поехали, летим. Ну, вау, ну, здесь какой-то Хэллоуин. Нет, ты меня затроллил. Ладно, значит так, я беру на этот путь. А, этот точно правильный? Точно, точно. Нет, он неправильный, скорее всего. Так, 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 так. Давай. Ты что делаешь-то, тетерюга? Спокуха, подожди. Так, здесь... ставь здесь спавн-пойнт на всякий случай. Спавн-пойнт, давай. А нам туда дальше нужно, да? Да. Подожди, здесь, если я упал, здесь вот это фейковое. А вот здесь... О, 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 отлично, Савчик. А все... Нет! Провалился, Хорошо, вот хорошо. Вот так-то. Да я запнулся просто. Чики-бамбони, оп. Оп, ты чё, Савчик, с ума сошел? Какой чики-бамбони? О, да я угадал. Так, вот это будет фейковое по-любому. Нет! Проверим. Она не фейковая! Почему я подумал, что именно она фейковая? А нам нужно как раз-таки именно на нее. Хоп. Оп, оп, давай. Я ударился обо что-то и упал. О, Савчик, так нифига себе, я прошел. Тихо-тихо! Да ладно, я вот до сюда допрыгнул, и здесь уже я мог... Чё? Ты меня троллишь, Савчик? За что такой троллинг? Сам упал. Ну вот, золотые блоки правильные. Так, куда нам дальше? Короче, такой небольшой паркур. Тебе надо, знаешь, как запаркурить? Тебе надо на левую сторону перепаркурить. На левую сторону перепаркурить? Зачем? Ну, смотрите, покажу тебе. А не метайте. Мастер-класс от Нобатика. Отойди. Давай, давай, я отошел, я давай показываю. Смотри, готов? Да. Оп! Оп! Привет! Оп! О, запаркурил, Савчик, давай, запаркурил. Ты видел, хорошо. Там внизу про кендолы или за. Это они пытались паркур, да, пройти? Да. Ну все, давай, я буду не один из них. Опа, ты будешь один из них. Неожиданно. Так, здесь есть рядом... Надо поставить на всякий случай спавн-пойнт. Спавн-пойнт, а какой смысл, я же не умираю. Я буду к тебе телепортироваться, ты мой спавн-пойнт, Савчик, понимаешь? Нифига подобного. Так, мы прыгаем аккуратненько. А, я знаю, как проверять, невидимые блоки это или нет. Не надо! Почему? Так нечестно! У тебя вообще шляпа, ты в этой шляпе видишь, невидимые блоки или нет, да? Да. Да, так не честно, Владу, парни, Владу! Проверил. Ну, один разок, можно? Один только. Я тебе потом на карте разрешу у меня счетерить тоже что-нибудь. Ну, может быть, чуть-чуть. Окей. Так, подожди, ага, тут есть невидимый блок. Давай. Есть, запрыгнул, фух, устал. Ага, здесь тоже невидимый. Ты офигел? Че офигел-то? Только не стреляй. Нет, не надо, Савчик. Здесь тебе нужно отгадать загадку. Какую? Здесь нужно вести два раза ID блока. А какого блока ты должен догадаться сам? Земля. Два раза. 3-3. Нет, не работает. 3-1, 3-1, да? Чё ты ржёшь-то так? Я не понял. А посмотри... А можешь посмотреть на этот блок, пожалуйста? Хорошо. А, золото или алмазы, подожди. 57-57. Не работает тогда, остался 41-41. Есть, угадал. Изи, Савчик. Так, здесь у нас шалкеровый ящик и броня. Нет, зачем броня? А броня для того, чтобы пройти следующее испытание. Короче говоря, пройдешь следующее испытание, получишь главный приз. Да? Но что за испытание, ты должен отгадать, когда зайдешь сюда. Надо убить тебя!
Нет, 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 стоять, понятно, стоять. Подожди, стоп. Все. Офигенную команду. Какую команду? Стой. Не надо, не надо ничего прописывать, подожди. Что ты там прописал? Давай, заходи. Ты уверен, что надо это? Так, я вижу, тут какой-то паркур. Хорошо. А, подожди, тут паркур, Савчик, подожди, я вижу паркур. Да, да, паркур, тебе нужно убить 5 зомби и получишь главный приз. Давай, сейчас мы их убьем, Савчик, сейчас я запаркурю вот сюда и всех убью, давай. Давай. Чего их так много, можно поменьше, пожалуйста. Раз. Так, давай, раз, давай. Давай, еще нет ни одного зомби, сейчас будут. Раз. Раз. Два, сейчас будет, два. Давай. Давай, три. Морковка выпала, нифига себе. Четыре. И... Пять! Ты вот это вот! О, все, теперь можешь, как говорится, попрощаться с жизнью. Пока-пока! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нет! Подожди! Паркур! Дверь-то открыта, иди сюда! Дверь-то открыта! Да вижу! Бегу, Савчик, спокойно! О, все, я здесь! Ты готов к главному призу? Да, а что за приз? Я думаю, тебе этот приз очень сильно понравится. Лови! Алмазы! Ты прошел все мои испытания! Это было легко, фух, даже не вспотел. Да, легко. Пойдем, Савчик, смотреть мои испытания. Сейчас я тебе покажу настоящее испытание героя. Ну что ж, Савчик, добро пожаловать на мои топовые испытания. Что такое? Давай, это голова Нубан твоего друга. Заходи, здесь есть единственная дверь. И вот она, я тебе даже ее открою. Да, вот она, оп, а что я в нее попасть не могу, оп. Савчик, ты дурак, вот же дверь, вот же. Понял, я просто... Нет, только не говори, что это лабиринт. Ну не совсем. Савчик, подумай, куда здесь тебе нужно идти? М? Так, так, давай. Эники-беники или вареники. Значит, вот этот вход. Оп! Как ты угадал? Ладно. Там на самом деле был еще один ход, который был в лаву. Так, угадай, вода или лава? Подумай. Вода или лава. Ребятки, напишите в комментариях, вода или лава. Я считаю, на 5 не могу достичь, надо 4-5, я иду. Ну, наверное, в воду, что? Так как ты угадал, Савчик? Ой! А вот вторую чуть-чуть не угадал. Хотя ты угадал ее совсем. Да совсем офигел! Случайно в нее попал. Можешь ко мне телепортнуться, Савчик? Давай. Ну здесь значит, ты я уже в думаю. Лаву. Знаешь правильный ход. А, его ой, здесь нет. Ой, подожди, ой, надо ой, подумать. Ой! Савчик, здесь нет правильного хода. Ты пышься и ищи ход здесь. Думай. Думай. Сейчас я по всем стенкам потыкаю. Давай. Ну, так. Что, нашел что-то? Так. Ты так близко. Вот сейчас холодно, Савчик. Горячуще было. Сейчас холоднее, Савчик. Холоднее. Горячо. Холоднее. Ты офигел? Ну, вот так вот тепло. Может, назад, если уйдешь, то будет еще теплее. Ой, как горячо. Ты, Савчик, горячо. А что ничего не нажимается-то? О, молодец. Нашел. Так, смотри, подписки и уже... И что это за пример? 2 плюс 4 будет 6, 36, я готов. Ну давай, пиши. Ребята, пишите правильный ответ в комментариях, потому что Савчик, конечно же, не угадал. Да ладно, чё вы, я тогда в колу закончил, между прочим. 6 на 4, 24 плюс 2, 26, всё готово. 26, пиши, угадал, молодец, решил пример. Здесь у тебя, Савчик, библиотека целая. И смотри, стоп. Вот, значит, сейчас я тебе объясню, что здесь и как. Что ты нашел в этом шалкеровом ящике, ты мне говори. Я нашел кирку. Это не кирка, это топор называется. Смотри, Савчик, этим топором ты можешь ломать только темный дуб и дерево. Думай. Ого. Да. Подожди. А мне паркурить здесь надо, да? Нет, паркурить не надо. Вон же, смотри, на потолок. Обрати внимание. Давай, ты можешь ломать. Так, темный дуб. Только темный дуб и дерево. Давай, Савчик. Так быстро. Ладно. Нашел сундук. Это тут чё? Есть кирка. Киркой ты можешь ломать булыжник, да. А булыжника здесь нет. Подумай, где же может быть булыжник? Только булыжник можешь ломать, только. А, булыжник может быть в печках. Нет, он где-то здесь, Савчик, подумай. Да, он под ковром, правильно, только тебе нельзя ломать ковер. Без специального приспособления. Ищи, чем можно сломать ковер. Думай. Значит так, да. Аба, нашел ножницы, Савчик. Ножницами можно же, конечно же, ломать ковер. Ломай. Здесь давай, у нас есть что? Ковер. Ага, булыга. Давай. Нашел чуть-чуть булыжника. Ты что-то вообще какой-то замудренный, ты что мне тут замутохал? А что, нельзя что ли, Савчик? Это вот такое задание тебе. Давай, ломай весь ковер абсолютно, потому что, может быть, ты булыжник пропустишь где-то. Опа!
Один, потом. Да я не сы, как говорится, в трусе ляну, сейчас я все найду. Так, 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 Савчик, смотри, у тебя еще осталось, скажем, два подарочка, да? Сейчас ты найдешь. Их очень, наверное, быстро. Так, первый. Опа. Здесь у нас что? Здесь у нас супер-мега кирка. Но еще я тебе посоветую сломать темный дуб. Вот этот, вот этот. Нет, не вот этот. Рядом который? Да, который рядом с сундуком был. Нет. Да. Здесь у нас что лежит? Здесь у нас ничего. Пустой сундук. Поздравляю. Ты что, меня обманываешь? Смотри, вот этой супер-мега киркой топором можно ломать книжные полки. Только те, которые из Майнкрафта. Стой. Только те, которые из Майнкрафта. Обрати так внимание. Я их и начал ломать. Опа. Ты как так правильно угадал сразу же, Савчик? Ты вообще офигел? Здесь секретный проход. Все, здесь надо угадать правильную дверь. Думай, думай, что здесь правильно. А ее тут нету, да? По-любому тут ее нету. Давайте протыкаем на всякий случай всеми в там. Да как-то нету, да. Все, здесь есть, Савчик. Все нормально, я тебе гарантирую. Правильная дверь здесь есть. Давай выбери самый цвет любимый мой, фиолетовый. Давай, выбирай, иди. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, не Савчик, очень-то пожалуйста. Любимый он у меня. Так, ладно. Ты меня обманываешь! Не надо стрелять, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо, Савчик. Успокойся и выбирай. Красная. Ага, тут есть какая-то дверь. Ага. Да. Тут ловушка. Какая ловушка? Тут нельзя пройти. Так, а ты уверен, что это неправильный ход? Это может быть просто правильный ход? Да, там я надо... уверен. Тут невидимый блок так. Да ты уверен, Савчик? Подожди. Да, спрыгни, что ты, да спрыгни. Ладно тебе, да что нет, ты? Да нет, да нет. Ну попробуй. Оп, оп. Это было больно, согласен. Савчик, у тебя остается последняя дверь, это зеленая. Думай, может быть, она правильная? А может и неправильная. А может и неправильная, согласен. Парочку висичек, так-так, ага. Давай. Значит, тут есть где-то вход, подожди. Да не-не-не, я тебе гарантирую, Савчик, просто прыгай. Доверься и прыгай, давай. Приветики. Ага. Здесь у нас супер секретная комната с камерами наблюдениями. Там камеры! Что мне надо беспалено забраться? Да, нет, не беспалено. Просто заходи, выбирай рычаг. Какой выберешь, такой и активируется. Золотый. Камень! Это ты зря. Это что такое? Теперь все испытания превратились в сыр. О, сыр я люблю! Я тебе так скажу, ты выбрал правильный рычаг, потому что красный взорвал бы всю карту абсолютно, а здесь хотя бы карта стала мега интересная. Вообще, просто жесть, ребята! Вот это да! Вы только посмотрите! Я победил! Обязательно поставьте лайк этому видео, потому что оно уже заканчивается. Подпишитесь на канал, чтобы новые видосы не пропустить. А это был Владус Мармеладус и Савчик Покатус.